Саратовским областным судом продлена мера пресечения бывшим сотрудникам областной туберкулезной больницы номер 1 УФСИН по Саратовской области и осужденным. Судебное заседание состоялось 12 декабря 2023 года. Поскольку каждый из 8 обвиняемых находится под стражей за пределами Саратовской области, их участие было обеспечено судом путем использования систем видеоконференц-связи. Саратовский областной суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на 6 месяцев, то есть до 5 июня 2024 года.